Виталик все же решил мне испортить настроение с утра. Виталик, все так хорошо было. Кофе сварил мне. Это все сделал. И тут на тебе. Надо было это оставить хотя бы до завтра. Правильно? Будний день. Так это уже походу. Чтобы он был. Виталь! А что, почему? Что так много? Потому что очень много. За отопление? Нет, потому что прошлую платежку мы потеряли. А может за отопление? Мы потеряли ее и не оплатила, по-моему. Задолженность, да, 5741 рубль. В общем, в счете 12 тысяч без 3 рублей. Приятная новость? Да не очень. Не очень приятная. Снова мои денежки ненаглядные куда-то уходят. Давайте лучше выпьем кофе. Вот это вот приятно. Кофеек. Не было печали, только приходили счеты. На-на-на-на-на. Завтра было между нами. На, ничего, ничего. Ничего. Приятного кофе, дорогие мои. Наслаждаемся. Вот сегодня идеальный. Виталий, сколько ты ложек кофе поставил? Да. М? Как всегда, пью. Очень вкусный кофе. Очень. Просто фантастич. Дастич, фантастич. Кайф. Господи, какой кайф. Всем приятного кофе, мои сладкие.